Хоп. Здорово, парни. Многие спрашивают меня, как можно так же ловко и брутально научиться жонглировать стальными подшипниками от КамАЗа, либо шарами для игры в питанг. Сейчас я покажу вам, как это можно сделать. Берем тарзанку, закручиваемся на ней. Вот так. И пока не отпустила, жонглируем стальными подшипниками. Если вы хотите научиться этому уникальному ленинградскому искусству развития вестибулярного аппарата, пишите мне ВКонтакте. Доктор Смирнов, мой псевдоним, либо в комментариях к этому ролику на YouTube. И записывайтесь на мой мастер-класс. Также записаться можно по телефону 8-962-682-6606. Пока. Было приятно для вас работать. Не бухайте, тренируйтесь. Ставьте лайк, если понравилось это видео. И учитесь жонглировать стальными подшипниками, но только после предварительной тренировки на мячиках для гольфа. Пока.